Ну а президент Дональд Трамп выступил с телеобращением к американцам по ситуации на границе с Мексикой. Он заявил, что кризис в сфере безопасности нарастает, а решить его сможет только строительство стены между США и Мексикой. Однако объявлять режим ЧП Трамп не стал. Глава Белого дома надеется, что скоро договорится с демократами, и они согласятся выделить 6 миллиардов долларов на возведение стены. Тогда, наконец, будет подписан бюджет, и федеральное правительство США возобновит работу. Из-за отсутствия средств она приостановлена с 22 декабря. Трамп напомнил, что среди нелегальных мигрантов, которые стремятся из Мексики в США, немало преступников, привел несколько примеров жестоких убийств, и сотни человек, по словам Трампа, погибнут, если не начать строить стену прямо сейчас. Единственное решение проблемы заключается в том, что демократы приняли закон о расходах, который бы защищал наши границы и позволил бы возобновить работу правительства. Эта ситуация может быть разрешена за какие-то 45 минут. Я пригласил лидеров Конгресса на встречу, чтобы сделать это. Сколько еще крови должно пролиться, прежде чем Конгресс выполнит то, что должен?